Какая ясная ночь, не правда ли, Хазан? Ясность, когда еще одна тайна стала явью. Солнечная ночь. Счастлив, да? Это было хоть немного весело? Как много ты наблюдал? Если ты говоришь о моем отце, то я наблюдал, как он превратился в игрушку в руках маленькой девочки. А ты что думаешь о моем отце? Интересно, это такой вид спорта – коллекционировать чужих детей? Если тебе нужны объяснения, иди и требуй их от своего отца. Мне нечего сказать. Если ты говоришь о Мехмете и о себе, то я наблюдала за вами. Я наблюдал до тех пор, пока не понял, что он не простит лжи. Ты тоже поняла, что произойдет, когда правда всплыла наружу? Ты можешь веселиться даже этой ночью. В тени своего отца, даже в тени маленького похищенного малыша, который тебе никем не является, ты все равно веселишься. Но я не дам тебе повода для веселья. Именно поэтому я отправилась за Ягызом. Когда сняла это кольцо, и я буду следовать за ним. Я не смогла сделать это после того, что услышала этой ночью, но я сделаю. Если ты будешь молчать, то я тоже буду молчать. Я не доверяю тебе. Не ради тебя и не ради него. А ради моей семьи. Я буду молчать, чтобы они не позорились еще больше. Если ты мне не доверяешь, можешь пойти рассказать ему все, испортив этим его жизнь. Или же рискни и промолчи. Я не буду молчать. Я не оставлю его на твою милость. Я все уладил. Главное, скрой свое лицо. Этого будет достаточно. Наш особенный гость войдет через заднюю дверь без записи. Визит продлится недолго. Один день и две ночи. Thank you.
Господин, Геремейлды сбежала во время вчерашнего пожара. А Эрдала арестовали. В чем его обвиняют, если они не нашли эту женщину возле него? Почему они его не отпускают? Мы это выясняем, господин. Послушай, сделай все возможное, чтобы его выпустили, понятно? Хорошо, Хазуми. Боже, как такое могло произойти? Как такое могло произойти? Синан? Слушай, ты издеваешься? Что происходит? Что это? Ты не читаешь газеты, да? Нашли пропавшего ребенка, а мачеха обвиняет Селина Гимен. На третьей странице человек, обвиняемый в сокрытии сбежавшей психически нестабильной женщины под арестом. А на странице с новостями об экономике новость о том, что компания разоряется. Компания на грани банкротства. А заголовок журнала «Двойная измена». Так ты собираешься присматривать за компанией, да? Мы будем праздновать этот позор? Ответь мне. Ответь, что именно мы будем отмечать. Йохан, можешь оставить нас ненадолго? Секунду, отец. Мы разговариваем. Я понимаю, Йохан. Сейчас же, пожалуйста. О, терпение мне. Хорошо. Желаю вам повеселиться. Не буду ходить вокруг да около и спрошу прямо. Ты как-то связан с побегом Кереме? Все слишком запутано, дай мне время. Ясимина Гимен собственной персоной не может взять от мужа 10 миллионов? Или 10 миллионов это слишком мало за жизнь твоего мужа? Пусть останется. Я не увольняю его. Пока нет. Пока я не узнаю, кто он. Отец, я действительно не знаю, где эта женщина. Ты подозреваешь меня? Разве это не очень странно? То есть ты утверждаешь, что действительно никак не причастен к этому, так, сынок? Послушай, умоляю тебя, если ты в погоне за тем, о чем я думаю... Отец, я буду притворяться и делать что-то за твоей спиной. Ты думаешь, что я такой терпеливый? Ты знаешь мой стиль, я не такой. Я уже сделал с ними все, что хотел. Я довел их до такого состояния, что они не смогут появляться на людях. Что мне еще сделать? Может, убить их? Синан. Посмотри мне в глаза и ответь. Ты ведь не в погоне за какой-то игрой, правда? Отец. Послушай. Я отомстил и успокоился. Для меня все закончено. Но я прошу тебя об одном. Давай не будем отказываться от идеи отметить 40-летие. Пожалуйста. Синан. Есть моменты, из-за которых Йохан прав в своих намерениях по поводу необходимости отмечать это. Особенно, пока эта женщина все еще на свободе. Отец, прошу тебя, мы испугаемся этой женщины и будем прятаться в особняке? Разве ты такой человек? Ты правда сдашься? Отец, послушай. Хорошо, возможно, брат прав насчет этого. Он говорит, что нам не стоит отмечать, когда вокруг столько скандалов. Но я говорю, что мы сможем превратить это в возможность. Мы можем показать людям, что мы вместе, что мы большая семья. Это шанс для нас. Я хочу показать всем, что мы все вместе. Я, мой отец, мой брат, сестра, моя семья. И даже Егыз. Хоть я и зол на него, я снова хочу показать, что мы Агимены, отец. Если ты говоришь своему сыну «нет», то есть если ты не доверяешь своему сыну и говоришь «нет», то, конечно... Я не знаю, что тогда. Я доверяю своему сыну. Я верю, что среди всего этого бедствия мы все вместе станем сильной семьей. Этой ночью мы вновь станем по-настоящему крепкой семьей. Как раньше. Мы станем сильной семьей.
Мама? Да, милая. Что мы будем делать? Где мы будем жить? Я предлагаю... Твоя мама говорит. Твоя мама. Если твоя мама сдвинется с места, пока не увидит эту жалкую гадюку в наручниках и не добьется справедливости за то, что она сделала с моей дорогой и ее малышом, пусть твоя мать превратится в камень. В камень! Пусть превратится. Мама, послушай. Послушай, дочка, послушай. Это ты послушай. Твоя мама давно отказалась от земных благ. Она отказалась от земных благ, когда в ее сердце поселился страх потерять ребенка. Но я все равно возьму кое-что из этого особняка. Справедливость. Я силой добьюсь справедливости. Вот увидишь. Уф. Мама, у меня дела. Я уйду и вернусь через пару часов, хорошо? Ладно. Все. Все, нет проблем. Она убежала. Она убежала. Нет проблем. Ты ей дала достаточно денег, и, вероятно, она уехала. Уехала на другой конец света. Успокойся уже. Нет никаких проблем. Нет проблем. Она уехала. Она уехала. Уехала. Проклятье! Проклятье! Так не должно быть! Так не должно быть! Хватит! И? Посреди ночи какой-то человек оставляет малыша у ворот, словно у ворот мечети, а вы спите на ходу и не замечаете. Так получается, да? А? Нет, так не получается. Это было ночью, Фазилетханум. Мы тоже люди. Мы пошли ночью в туалет и поесть суп. Откуда нам было знать? Какие слова? Вы только посмотрите. Это особняк Агеменов. Вас так много, но ни один из вас не заметил. Ни один. Ни один. Что это? Мусор. Я выношу мусор. Что это за мусор такой? Вчера ночью малыша принесли в этой корзине, Фазилетханум. Вот, видите? В этой корзине подкидывают малыша прямо под дверь, а вы не замечаете. Да не покарает вас Господь. Подъезд Гюнишли, номер 19, Бакджилар. Мамочка, не занимай телефон человека, верни ему. Я понимаю, сынок, но ты где? Я со вчерашнего дня тебя жду. Сыночек. Не беспокойся, мамочка. Разлука скоро закончится. Твой сын придет, поверь мне. На этот раз я справлюсь. Я вытащу тебя из этого обмана и спасу. Я справлюсь. Я все еще не решил, что делать. Думаю, мне нужно немного собраться с мыслями. Фарах, я перезвоню тебе позже. Хорошо, поговорим.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела кое-что спросить. Где находится служащие этого подъезда? Они здесь не живут. Они приходят для обслуживания и уборки. Вы знаете адрес? Да. Можете дать мне? Конечно. Спасибо. Ничего себе. Кто бы мог подумать, что эти два парня вырастут, влюбятся в одну и ту же девушку и из-за любви будут враждовать друг с другом. Синан, а ты действительно ее любил? Ты когда-нибудь по-настоящему любил? Синан, Агимен и любовь. Немного запутанная. И, конечно, немного темная ситуация. Мы с тобой никогда не понимали любовь одинаково, брат. А теперь уже не важно, как мы ее понимаем. Мы оба этого не забудем. А я не забуду, что мы братья. Независимо от того, что мы пережили, я никогда не забуду, что мы братья. Хазан и ты. Я не знаю, что вы будете делать дальше. Если честно, меня это не волнует. Я не хочу знать. Я просто хочу вернуть своего брата. Спасибо. Он хочет узнать правду. Ты скажешь ему правду. Плачь, Ной, но скажи правду. Я никогда не хотел потерять своего брата. Я не хотел, чтобы все сложилось таким образом. Но теперь ты не сможешь изменить то, что в твоем сердце. А я не смогу изменить то, что сделал. Но, по крайней мере, мы можем это возместить. Я не знаю, сможем ли мы быть такими же братьями, как раньше. Но хотя бы сегодня вечером мы можем быть сыновьями нашего отца. Послушай, что касается этого вечера, я... Брат, послушай, сделай мне сегодня вечером последнюю доброту. Последний раз будь мне братом. Кажется, у тебя гости. Увидимся. До встречи.
Зачем он приходил? А ты зачем пришла? Ты справишься, Фазилет. На этот раз ты будешь матерью для своей дочери. Ты справишься. Давай. С Богом. Узнаете это? Эта корзина ваша? Ваша? А? Ваша. Прекрасно. Тогда у нас с тобой очень важное дело, дорогая. Да, я, как и предполагал, ты пришла сюда, чтобы снова ничего не сказать. Ты пойдешь? Хазан, я не хочу потерять своего брата. Если после всего случившегося он может сделать шаг навстречу мне, то я должен бежать к нему от всего сердца. Так, как следует поступить брату. После того, как мы потеряли маму, мы... Возможно, впервые станем настоящей семьей. Хазан, я сказал это не для того, чтобы ты развернулась и ушла. Этой ночью, после банкета, я буду ждать тебя на набережной, чтобы поговорить, на этот раз серьезно, чтобы действительно поговорить, чтобы все рассказать. Добро пожаловать. Прошу. Как вы? Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Прошу. Добро пожаловать. Прошу. Добро пожаловать. Прошу. Спасибо. Прошу. Прошу. Спасибо. Прошу. Не сейчас, господин. Синанбей захотел, чтобы попозже открыли. Хорошо. Расслабься немного. Мы здесь пришли. Будет долгая ночь. Да.
Я тоже думаю, что ночь будет долгой. И в конце этой ночи мы с тобой поговорим. Сначала о прерванной торговле, а затем о кудрете. Хорошо. Все смотрят на меня. Радуйся, что твоя мачеха не здесь. Еще и пошла праздновать. Эта душевно больная взяла под руки отца и пошла праздновать. Сестренка, хватит. От Есина нет вестей. Эта тишина — плохой знак. Не думай об этом. Смотри, малыш здесь. Ты смотри на него. Ладно, хотя бы есть кроватка. Но ты снова не отрываешь глаз от часов. С чего ждешь? Вечеринку. Сестра, что произошло? Ты ничего не рассказываешь? Расскажу, сестренка. Все расскажу. Но сначала расскажу Ягызу. Тише. Малыш. Ягненочек. Бабушкин ягненочек. Вставай, пойдем. Куда? Вставай, идем на празднование 40-летия. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Сина, добро пожаловать. Добро пожаловать. Сынок, поздравляю. Ты организовал все прекрасно. Молодец. Спасибо. Сина. Ты должен принять приход брата сюда с пониманием. Сколько бы мы ни закрывали уши от сплетен, мы все равно все слышим. Поэтому этой ночью ваше присутствие здесь обоих будет очень. Хорошо, что ты пришел. Наши уже сидят. Если хочешь, то можешь присоединиться к ним. Игра, которая сейчас приносит тебе удовольствие, и тебя ранит, Сина. Разрушая нас, ты поранишься осколками и погрязнешь в грехе. Послушай, мы все погрязнем в болоте. Вечеринка начинается. Ягненочек.
Заходи, заходи. Твоя мама просила иногда заглядывать. Сладко-сладко спит. Надеюсь, не проснется до прихода матери. Ты побудь здесь, я приду. Кто такой Мехмед Йылдыз? Нет. Нет. Похоже, кто-то пытается успеть на вечеринку. Но ты опоздала. Брат проявляет такую любезность, что предоставляет телефон своему брату, у которого села зарядка. Нет, Синан, ты не можешь так поступить. Ты не можешь быть таким безжалостным. Тогда смотри. Наслаждайся, Хазан. Кстати, телефон Гюхана и отца выключен, чтобы их не беспокоили. Не делай этого, Синан. Умоляю, не делай. Не делай этого, пожалуйста. Беги, Хазан. Беги. Откройте дверь. Откройте дверь. Откройте! Нет, Синан! Нет, Синан! Нет! Нет! Стойте! Стойте! Время пришло, мамочка. Эта ночь – твоя возможность стать матерью для своего сына. Сынок. Идем. Быстрее, пожалуйста. Я разозлился и поругал его, но наш знает свое дело. Он отвлек всех конвертами. Все говорят не о нас, а о том, что в конверте. Вот так-то. Хорошая тактика. Что в этих конвертах? Подойдите сюда. Что это такое? Это просьба Синанбея. Действительно, где Синан? Уважаемые гости, не оставившие нас в нашу 40-ю годовщину, добро пожаловать на незабываемый вечер Эгемен.
Я слышу ваше любопытное перешептывание. У вас в руках запечатанные конверты. Посмотрим, что внутри. Я скажу без промедления. В этих конвертах содержится ответ. Отец, что он делает? Где Синан? Где Синан? Но чтобы получить ответ, сначала нужно задать вопрос, верно? Итак, мы задаем вопрос. Кто такой Мехмед Йылдыз? Синан... Синан, не делай этого, Синан. Отец, что происходит? Ты в порядке? Прежде чем открыть конверты, давайте выясним, кем не является Мехмед Йылдыз. ДНК-тесты Гекхана и Синана? Что здесь происходит, отец? Ягас. Я прошу прощения. Я очень прошу прощения. Почему ты просишь прощения, отец? Скажи, что происходит. И конверты открываются. Не открывай. Почему не открывать, отец? Ты скажешь, что происходит или нет? Не открывай, пожалуйста. Согласно проведенному анализу ДНК, вероятность того, что Йылдыз Эгемен не является сыном Хазыма Эгемена, составляет 99%. Настало время познакомиться. Давайте познакомимся с Мехмедом Йылдыз, которого Хазым Эгемен купил за деньги. Хазымбей, это правда? Ягазбей, сделайте заявление. Хазымбей. Сынок, что мы делаем? Зачем мы пришли сюда? Мехмед Йылдыз. Вот. Поздоровайся со своей матерью.